Сегодня счастливый день, вторник, и я впервые сюда пришел. Я волонтер движения «Накормим нуждающихся». Узнал об этом событии из Инстаграма и решил душевно помочь людям, так как нам надо друг другу помогать, любить друг друга, так как без нас никто не сможет лучше сделать мир. Вот. Здесь люди нуждающиеся, и думаю, много таких людей у нас в городе, поэтому если знаете, кто нуждается в еде или кому нужна помощь, обращайтесь, поможем, накормим. А вы откуда узнали то, что кормят? Дочка с интернета узнала, она написали, наверное, вы. Вот она сказала, что типа вот так раздают малоимущим, старикам, вот, кушать питание. А что вы думаете, то, что вот этим занимаемся? Это очень хорошо, альхамдулилля, бигай бят.